Месяцы упорной борьбы понадобились, чтобы выявить сильнейших. Первоуральские футболисты разыграли Кубок города. За путевку в финал боролись 9 команд. Какой из них в итоге достался спортивный трофей? Расскажем далее. Автозапчасти для УАЗ в новом магазине «Автобюро». Оригинальные расходные материалы, масла и эксплуатационные жидкости. В наличии более 1000 наименований автозапчастей. Заводская гарантия. Все, что нужно для УАЗ, в «Автобюро». На проспекте Ильича, 11. Этот матч принципиален для обеих команд. Играют два из вечных соперника – «Динур» и «Трубпром». Это финал Кубка Первоуральска по футболу. Соответствует главному поединку турнира и атмосфера на стадионе. На поле слышна оглушительная поддержка болельщиков. Болеем, потому что это противостояние такое, ну, городское, и праздник футбола – это когда играют «Динур» и «Трубпром». И это всегда интересно, всегда оживленно, всегда есть болельщики, всегда есть нерв, поэтому это классно. За Кубок Первоуральска боролись 9 команд. В финале, как поясняют представители Федерации футбола Первоуральска, оказались флагманы городского футбола. Я думаю, что футбол с каждым годом у нас развивается. У нас, в принципе, количество команд примерно одинаково. Я думаю, что мы даже обходим все остальные города Свердловской области, кроме Екатеринбурга. То есть у нас, что касается именно футбола большого, у нас вообще все хорошо. И в детском соревновании, и во взрослом. У нас мы развиваемся потихоньку и видим, самое главное, путь, куда двигаться дальше. В начале встречи команды выбрали осторожную манеру игры. К концу первого тайма счет был 1-1. Дальше футболисты начали играть активнее, регулярно создавая моменты у ворот соперника. Не обошлось и без нарушений. За 90 минут главный судья матча показал 6 желтых карточек. Во втором тайме счет не поменялся, поэтому назначили дополнительное время. На 100-й минуте «Трубпром» выходит вперед. А дальше словно сценарий матча Лиги чемпионов. Через 5 минут «Динур» сравнивает счет. Спустя еще 3 «Трубпром» вновь забивает. И уже последний, решающий гол. Обладатели Кубка рассказывают, неделю назад победили в регулярном чемпионате города. Такое завершение сезона войдет в историю команды. Кубок города последний раз мы забирали в 2005 году. Брали и чемпионство города, и кубок, чтобы... так скажем, золотой дубль получить, это было в 2005-м далеко. Это прекрасное ощущение, достоило того, чтобы столько времени двигаться к этому. В эти выходные команды вновь встретятся на этом поле, но уже в финальной стадии чемпионата Свердловской области. «Динур» будет бороться за серебро турнира, а «Трубпром» за 3-ю строчку в таблице. Виталий Мотин, Денис Храмцов, новости, Первоуральск.